В редакцию медиахолдинга «Вечерний Магадан» обратился магаданец, пожаловавшийся на обнаруженные несанкционированные свалки в районе дачного поселка в районе Кедрового Ключа. У меня здесь недалеко дача, да. И как часто вы наблюдаете? Все время наблюдаем. Вчера утром, к примеру, уехал на работу и, выезжая из своего двора, увидел неподалеку большую кучу выброшенных коробок, винограда, то есть, точки, которые торгуют у нас по городу. Не знаю, кто конкретно, потому что был человек не пойман, да. Ну, явно выбросили те, кто занимается торговлей овощами, фруктами. То есть, соответственно, их тоже никто не проверяет, не контролирует, куда они утилизируют свой мусор. А они утилизируют очень просто. Приехали, скинули, никого нету, и уехали. И получается, никто не наказан. Проблеме несанкционированных свалок в Магадане очень много лет. Начиная в ней разбираться, необходимо попробовать выяснить источники формирования мусора. И проблема безответственных, а следовательно и безнаказанных предпринимателей, экономящих деньги на утилизации мусора, безусловно, существует. Несанкционированная торговля овощами и фруктами, появившаяся в Магадане летом, не только фактор недорогих цен на витаминную продукцию, но и один из факторов загрязнения территории города за счет экономики на расходах по утилизации мусора.